кабинку прямо. Угу. Ляжки сажали, кузов тянули. Да я обычно вообще самая стеснительная в этом коллективе. Как можно вот не так? Давай, 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 сформулировали. Сейчас сформулируем. Оля, давай, это какую-нибудь шутку в эфир. Анекдот. Вот сейчас вчера вообще не сходу. Нам в шоу нужно кого-нибудь еще это похудей, там что-нибудь там, стань красиво. Всем привет! С вами фэшн-блогер и стилист Нигай Карина. Сегодня новый выпуск шоу «Нигай раздевай». У нас новая участница, ее зовут Ольга, пойдемте с ней знакомиться. Олечка, расскажи нам, пожалуйста, как ты решила попасть к нам в шоу, вообще, что тебя сподвигло на это? Сначала, во-первых, я заинтересовалась тобой, так как посмотрела на YouTube Love Story, нашла тебя в Инстаграме. Так многие с Love Story приходят на мой канал. Да. Потом уже увидела это видео о том, что выкладываете фотографию, Нига, раздевай. И подумала, ну почему бы нет? Возможно, ты создашь мне такой образ, который я сама себе бы никогда или не осмелилась, или даже, ну, просто не подумала бы сделать. А чем вообще ты занимаешься? Что ты делаешь? Есть ли у тебя муж? Я замужем. В обычной жизни я работаю, как и большинство. Профессия моя экономист. Увлекаюсь всем понемногу. Ну, это чтение, когда есть время, музыка. Люблю отпуск. А как твой муж вообще отнесся к тому, что ты пришла на наше шоу? Он поддержал меня. Поддержал? Да. Но не боится, что ты изменишься как-то кардинально? Никаких напутственных фраз не было? Были. Да, что сказал? Боится. Что что-то с волосами будет кардинально другое. А ты боишься кардинальных перемен с волосами? У нас все за волосы боятся. Опасаюсь, но я думаю, что вы тоже как-то меня услышите. Ну что, мы пойдем перевоплощать Олю, пообщаемся с Димой и решим, какой цвет волос мы ей сделаем и какой стиль для нее создадим. Самые невероятные перевоплощения делает наш звездный стилист Дмитрий Микеров. Идем к нему. Девочка, что мы с тобой с Олей будем делать? Светлые такие волосы, да, вот пережженный блонд. Особенно вот здесь, в этих местах, они очень короткие. К сожалению, короткие, такие, да, такие ободранные. Но я предлагаю, наверное, все-таки заморочиться на лечение волос. Угу. Может быть, подтонировать их, там, сгладить некоторые там нюансы. Пока вот там есть у нас некоторые возможности, разногласия, да, там, что мы хотим делать. Вот. Я объясню, я хочу сделать прическу гладкую. Димка категорически не хочет, но хочет сделать свою историю, которую нам пока не поведал. Да. Я хочу сделать просто на самом деле, ну, во-первых, сейчас есть конкретный тренд. Long bob. Ага. Это на самом деле вариант как раз очень подходит Ольге, на мой взгляд. Подожди, это вот когда вот так? Это удлиненный боб, да. Как раз что он делает в ее случае? Он создаст большой объем, у нее очень хорошие волосы у коней, их очень много и довольно объем держит. У нее проблема в том, что реально прижизненные волосы на концах именно, да, и поэтому смотрится это все вот, ну, мы можем сделать прическу гладкую, собрать. Да. Но в обычной жизни она, к сожалению, будет ходить со своими вот такими вот неопрятными волосами, понимаешь? Ну, в общем, мы с тобой подеремся там, да, пойдем, да, перевоплощать. Я думаю, давай по поводу, да, Оли, мы, да, я вот начнем красить там, да. А там вот посмотрим, действительно, да, потому что я там тоже кое-что и там нашептал. Она сейчас... Она уже согласна? Она сидит, думает, да, она теперь уже сомневается в пучке. То есть вот так вот, да, подстава.
того, чтобы завершить наше перевоплощение, мы переходим к нашему визажисту Евгении. Женечка, да. Что мы будем делать, Оля? У нее очень сложная внешность. Ты знаешь, Карина, вот какая бы сложная, да, внешность ни была, на самом деле все будет очень просто, потому что подчеркнуть естественную красоту, я просто не могу себе в этом отказать. У меня же руки чешутся, добавить капельку и получить максимум. Теперь приступаем к самому приятному, это к шопингу, и в этом нам поможет сайт lamoda.ru. Все образы для нашей героини мы подберем именно там. Впечатления великолепные, это даже больше, чем я ожидала. В плане преображения сама бы я так себя не нарядила. Но тебе нравится? Да, ты... очень. Тебе будет комфортно в этом находиться дальше в жизни? Да. Какой образ понравился больше всего? Второй и третий. Здорово. Девчонки, приходите к нам на проект. У нас получается прекрасное перевоплощение. Оля тому прямое доказательство. Мы вас целуем. Всем пока-пока.